Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24». В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. И готовить быстрее, и дома теплее. От отопления дровами к современному газопроводу наконец перешли жители села Журмут. Добраться до больницы пожилым людям теперь проще. 33 новых автомобиля для соцучреждений поступили в Дагестан. Работают и на суше, и в море, что значит универсальная подготовка бойцов морского спецназа. Сюжет ко дню военного разведчика сегодня в выпуске. Очередное отравление газом. Погибла женщина, ее сын госпитализирован. Несчастный случай произошел в селе Чапаево Новолакского района. 17-летний парень доставлен в центральную больницу района. Он находится под наблюдением врачей. В настоящее время специалисты устанавливают причины утечки газа в доме. Напомним, 3 ноября подобная трагедия произошла и в городе Кизилюрт. В результате отравления газом госпитализированы 5 человек, в том числе 2 детей. Ну а в селении Джурмут для Ратинского района местные жители наконец распрощались с отоплением по старинке – дровами. В селении состоялось открытие газопровода. Теперь населенный пункт, который расположен в Бабайортовской зоне отгонного животноводства, обеспечен достаточными объемами топлива. А все благодаря программе развития сельских территорий. Подробности у Патимат Ханаповой. Теперь и готовить быстрее, и дома теплее. Раньше помещение здесь отапливали дровами, а готовили на печи. Этот населенный пункт был одним из долгостроев. Вопрос о газификации объекта тянулся годами. Плитку-то когда успели купить? Ну, вчера купили. А как давно вообще вы ждали, когда появится? Очень ждали, даже 5-6 лет не ждали. Очень ждали. В селе насчитывается около 300 хозяйств. Здесь проживает порядка 1200 человек. Основная деятельность – животноводство и рисоводство. Поэтому Минсельхозом и было решено поддержать сельчан. Мне очень приятно, что сегодня в сырую погоду мы людям реально довели тепло дома до наступления холодов. И что жители этого села, особенно дети, будут в этом селе жить непосредственно в теплых условиях. Это чистота, это порядок, это развитие сельского хозяйства. И нам очень важно, чтобы люди в селе не уезжали. Сохранить людей может только развивая не только не просто сельское хозяйство и производство, но еще и развивая быт людей. Развитие инфраструктуры мотивирует местных жителей развивать сельское хозяйство, уверен и глава Тлеретинского района. Так прекратится и отток молодежи из села, и зарабатывать станет намного легче. Что вот газификация будет, таких будет обращать внимание населенному пункту, у людей будет желание, и люди будут делать максимально для развития сельского хозяйства. Это очень хорошая поддержка для жителей. Я считаю, где есть газ, где есть тепло, где есть прекрасные газификации, люди будут развивать по всем направлениям сельского хозяйства. Это будущее, я считаю, не только нашего района, и рисует Дагестан. Завершилось мероприятие символическим зажжением факела на новом газопроводе. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Тлеретинский район. Членам ЖСК будут выплачивать компенсации при банкротстве застройщика. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Выплаты предусмотрены за счет имущества Фонда защиты прав участников долевого строительства. Закон предусматривает уплату независимо от даты создания ЖСК. Ее размер не может быть меньше суммы, которую гражданин уплатил за квартиру, и тех взносов, которые он дополнительно делал в течение деятельности кооператива. Отметим, ранее законодательство при банкротстве застройщика не предоставляло возможности вернуть деньги пайщикам. Первые возмещения начнутся уже в декабре этого года благодаря тому, что средства уже заложены и поступили из федерального бюджета. Теперь пожилые люди республики смогут с легкостью добираться в больницы. 33 новых автомобиля для соцучреждений поступили в Дагестан. Их приобрели за счет регионального проекта «Старшее поколение». Торжественное вручение состоялось в Махачкале. Машины предоставлены для обслуживания лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Транспорт будет доставлять их в медучреждение. Вместимость автомобиля – 7 пассажирских мест, в том числе одно место для гражданина на кресло-коляске. Специальная версия автомобиля оснащена аппарелью, по которой пассажир может заехать в автомобиль вместе с коляской. Транспорт будет работать по специальному графику. Каждая машина в день может доставить в медицинскую организацию до 7 человек. Это возможность нашим людям старше 65 лет, не только им, конечно,
инвалидам обеспечить доставку в медицинские учреждения. Есть регламент взаимодействия с Минздравом Казахстана, который давно уже определен. Будет возможность раньше выявлять заболеваемости, раньше обратиться в лечебные учреждения, в республиканские, городские, и тем самым обеспечить им более комфортную жизнь. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Это одна из самых старых профессий, которая не только не теряет с годами своей актуальности, но и с каждым годом совершенствует свои навыки в работе. О том, как готовит спецназ морской пехоты на Каспийской флотилии, узнавала Луиза Раджабова. Цель не видит преград, они не оставляют следов. Подводный спецназ, новейший учебно-тренировочный комплекс, здесь готовят боевых пловцов. Это специальные тренажеры, предназначенные для отработки техники дыхания на суше. Данный комплекс позволяет обучить водолазов правильным методам для дальнейшего погружения на разные глубины. На данном здесь мы видим, как водолазы при различной степени нагрузки отрабатывают дыхание с различным сопротивлением воздуха. Помимо выполнения учебных задач для военнослужащих отряда специального назначения, существуют тренировки в бассейне. Боевые пловцы уходят на глубину на веревке. Это сигнальный конец для связи с поверхностью. Бассейн приспособлен не только для выполнения стрельб из специального оружия, но и отработки элементов подводного рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к боевым. Пуля «Дура» под водой вовсе ведет себя непредсказуемо, поэтому для стрельбы по противнику морские спецназовцы используют новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, специальные бронежилеты и оружие для подводной стрельбы. Автомат подводный специальный АПС-55, дальность стрельбы до 30 метров. Бассейн для подводной стрельбы и специального оружия. На территории имеются полосы препятствий разного типа. Это для тренировок, а также барокамера РБК-1600. Она позволяет погрузиться на глубину до 100 метров. Уникальность этой барокамеры в том, что водолаз, не спускаясь под воду, может отрабатывать спуск в этой барокамере. Барокамера состоит из двух отсеков, то есть одновременно мы можем спускать в данном комплексе до 4 водолазов, что обуславливает большой охват боевых пловцов и личного состава группы в целом. Благодаря универсальной подготовке бойцы могут одинаково хорошо действовать как под водой, так и на суше. Надежен как танк, никакой электроники. Водитель Гаджи Али признается, никакая легковушка не заменит легендарный Урал. Она проходимая, да. Садишься вот после Урала на легковушку, уже по-другому вообще чувствуешь. Ну, руль-то большой, ну чуть так по-другому. Отработка практических навыков идет регулярно. На этот раз, по легенде учений, группой боевиков захвачен автомобиль «Урал». Отработать элементы огневой засады и уничтожения противника – главная задача бойцов. Хочу пожелать всем ветеранам, всем ныне действующим военнослужащим, всем, кто причастен к разведывательным подразделениям, хочу всех поздравить от всей души с Днем военной разведки, пожелать всем успеха, счастья и, конечно же, здоровья в нашем нелегком труду. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Каспийск. Дагестанскую продукцию будут реализовывать в Татарстане. Об этом стало известно в ходе визита предпринимателей из Казани. Специально для гостей была организована выставка продукции дагестанских фермеров на площадке одной из гостиничных комплексов Махачкалы. Консервная продукция, колбасы, чаи из горных трав, мед и многое другое. Широкий ассортимент продовольственных товаров представили более 20 предприятий Дагестана, с которыми гостей из Татарстана ознакомил руководитель Минсельхозпрода республики. В нашем холдинге представлены предприятия, которые занимаются обеспечением детского питания, поэтому нам очень интересны местные фрукты, овощи, консервации, которые мы сможем, опираясь на высокое качество данной продукции, использовать
для детского питания. Я думаю, в скором будущем мы наладим очень хорошие поставки именно в Республику Татарстан. Мы видели, насколько были заинтересованы наши гости из Республики Татарстан. Их заинтересовала продукция именно та, которая производится в горной части нашей Республики Дагестан. Это продукция, которая представляет экспортную ценность. Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Муфтият от Республики продолжает просветительскую работу в разных муниципалитетах Дагестана. Помимо основной работы на местах, духовенство также практикует регулярные встречи с главами районов и городов. На сей раз муфтия Дагестана посетил глава Акушинского района. Главная цель – укрепить взаимодействие в духовно-нравственном просвещении населения. Шейх Ахмад Афанди заверил, что продолжит оказывать максимальную поддержку в этом благом деле. Махач Абдулкеримов, в свою очередь, признал значимость работы богословов для сохранения мира и стабильности в регионе. Всем очевидные изменения есть за последнее время. Как было раньше неспокойно, сейчас какая. Это работа не только силовиков, это не работа администрации. Это на самом деле духовенство работает как надо, как должно быть на самом деле. С первого года, вот 21 год прошло, с первого дня я поставил вопрос нации, духовного управления не будет. Вопрос направления тариката, духовного управления не будет. Ну, имеется в виду проблемы. Тогда что остается? Остается всем одинаково относиться. Это мы требуем от всех работников. Дагестанцы, а именно выходцы Гумбетовского района, организовали в Москве масштабное мероприятие «Вечер нравственности». И это в честь священного для мусульман месяца Рабиуль-Авваль, в котором родился пророк Мухаммад, любимец Всевышнего. Мавлид ан-Наби посетили более 300 человек. Среди них представители власти, известные спортсмены, общественники и религиозные деятели. Нашиды, стихи, видеоролики, выступления богословов. Главный посыл – рассказать о благонравии, сострадании и любви посланника Всевышнего к своей умме. В завершение праздника организаторам и активистам вручили благодарственные письма. А представителям прекрасной половины человечества подарили розы и духовно-просветительскую газету «Ассалам». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!